Приобрел вот плазморез Кубок 40 и компрессор для него. Сейчас будем вскрывать, смотреть, как доехало. Будем испытывать. Вот. Распаковал вот компрессор. Как видно, фильтр не доехал. Вот. Также вот ножка одна погнута, а вторая снята, где-то лежит. Болта не было. И колесо тоже ударено здесь. Было снято. Ну, вот видно. Вот так работает, качает. Здесь масло еще неизвестно, откуда надо будет смотреть. Откуда оно здесь взялось? Здесь вроде капли. Ну, будем смотреть. Первый запуск. Ну и достал плазморез в комплекте. Колпачок, ключ. Резак, плазматрон. Кабель заземления. Такой вот плазморез. Думал, что шланг в комплекте идет для подключения. Оказалось, что нет. Пришлось купить. Пришлось купить шланг. Так вот. Сейчас попробуем, подключим, как все работает. Специально привез вот такой вот уголок, чтобы посмотреть, как работает пилотная дуга. Вот. Чистить здесь не нужно будет. И должна порезать по такому грязному металлу. Помощник спит, отдыхает. Ну что, попробуем запустить. Вот эта дуга есть.
вот срез получается.